нас 14 октября. Заехал к Володе посмотреть его бойную птичку. Вот. Вот такое хозяйство у него. Вот такие вот голуби. Сейчас, может, что-то подкинет, покажет в лету. Солнечная погода хорошая. Посмотрим. А? Год прошел, как был здесь у тебя. Да. Приветствую всех голубеводов. Давай, покажи, что там сегодня у тебя. Сегодня праздник, да, так что можно птичку погонять. Давай, покажи, что там у тебя получилось за год. Изменения какие? Изменения только к лучшему. Да. К лучшему? Да. Но если бы в небе продемонстрировать, было бы хорошо. В небе. Может. В небе. Да что-нибудь можно, но как бы таких вот я порезал уже. Именно таких, интересных штук. Самых лучших, да? Ну, да. Ну, значит, самых лучших не показываю, показывают те, которые летают. Ну, а что показать? Могу этих вот шейки. Такие косматенькие. Еще как бы, еще не облиняли, вот они. Ага. Шеечки. Это молодые, да? Да, молодые. Вот они, косматенькие. Вот они такие красавчики. Они красивые. Ну, давай подкинь, посмотрим. Раскрытые. Быстро они вверх уходят, тяжело их снимать. Небо голубое, красиво. Когда поднимаются вот. Вот они сейчас все над домом. Они не в кучу не летают. Они вот так, 10 штук летают, кажется, полное небо голубей. Кажется, себе. Да? Те цветные, они как он более вкусные, а эти нет. Они так вот висят над хатой. Да? Ни разу не летал еще. Только круглый. А надо пошлогоднее. Потянуло вверх. Хорошо. Да. Без шеек, без ничего, да? Это что, такие же дают шейки таких? Ну, они по шейкам вообще, да. Их если вместе прочь будут белых давать, шейки будут шейки. Ну, как бы. Ага. Вот. Угу.
Тут тоже все шейки, да? Все шейки, да. Поразвивал. Последние первые линяют. Эти последние теперь линяют, они бывает их набивают, потом лишним страшно. Потом больно это будет так. Молодые, да, Володь? Молодые, да. Ну, есть и того года. Но того года что-то они позже линяют. Еще вот такие, все крыло болиненное. Сейчас, может, кто-то облинял так. Угу. Может, кто облинял так. Это как-то они неравномерно линяют крылья в разнобой облиненные. Есть линяют, чуть поменьше есть. Вот чисто белые. Без шеи. Ну, мне шея больше нравится, когда шейка. Угу. Ну, давай, подбрасывай. Да. Сейчас полетит, он не забивает. Бывает редко, кто забивает. У меня уже, в принципе, от забоя так вот убираю. Они летят. Бывает, те вообще высоко-высоко, их еле-еле достаю камеры. Ну да, сегодня погода вообще для них, наверное, хорошая. Еле видно. Еле-еле видно. Вверху там молотят практически на пределе видимости. Вот, не еле вижу. Старые, но я их еще не гонял в этом году. Они... Сейчас, а вот Володя, сейчас я опущу камеру. Это и, да? Да, ну это я их еще не гонял в этом году, они вот голубят как бы, знаешь. Ага. И более как. Понятно. Ага. Они еще не летали, они не стали. Не захотел тянуть. А это пошла. Это тоже, ну это может 5 минут. Тоже не летал, еще не гонял. Ну да, линька еще не закончена, что там у них еще кровяные перья у всех. По цветным. О, те такие интересные. Да. Это красные, да, такие? Кирпичные. Кирпичные считаются. Да, это бакинцы тоже, как, да? Да, да. Ага. Вот они такие все. Ага, ну тоже интересно, с другого направления, посмотрим сейчас. Тоже линяют еще, да, еще не долиняли. Да, ну как еще так. Давай. Они просто, когда шейки сами летают, они рассыпаются, они так вот потом сам по себе. Когда начинается вот эта куча, ну хотя эти не мешают, они уже, когда игру взяли, они уже тоже не делают. А когда молодые, они могут сбиваться в кучу, то петли нарезать, как, знаешь, вот эти вот захера вот эти. Понял. Особенно с линоканцами вместе, те начинают, вот,
петляет, не пришли. До тех пор, пока игру не взяли, они тоже кругами летают, петляют. А потом игру берет и начинается уже высветанивается, уже ну, такой рисунок полета, это нормально, такой красивый. Это же есть, да? Да. Они, в принципе, их можно вместе мешать. Они, тех, одно и то же, да? Да, но я как-то мраморных отдельно стараюсь, ну, не потому что... Хотя буду и вместе мешать их. Ага. Мне роли, я на будь за масло не гонюсь. Мне. Ага. Там масло не лезло. Красивый полет был, красиво это. Сизые? Ну, сизые бывают, сизые поясы. Uh-huh. И бывают вот такие вот краснопоясы, вот этот цвет мор, как они, бакинцы называют их. Uh-huh. Вот, ну, да, все один, полет одинаковый, не, да? Да, да. Одинаковые. Все равно каждый голову по-разному летает. Вроде как одинаково, но все равно различия по игре нету двух одинаковых голубей. Даже так не крути, все равно один так подворачивает, когда играет, другой так. И того так тянет, тот так, тут такие. Все равно, ну, более-менее они похожие, можно сказать. Но все равно. Так как и люди разных тоже такие голуби. Ну, это понятно. Да, накидал ты. Все небо в голубях. Ну, эти сизы мраморные. Да, пускай летают, вот они красивые. Ага. Сизы мраморные считаются, да? Да, они же такие. Ага, вижу, вижу. Песочный? Ну, так, пускай будет песочный, да. А, ага. Вот такие, это тоже, да, такой, как мраморный, сизо-мраморный, да? Да. Ага, я понял. Ну, красный, красный. Самое козырное для меня это бурые. Вот. Это какие? Вот бурые, видишь, цвет какой. Ага. Как вот есть эти вот бабочки, вот эти, как они, цвет, как, кировоградские, по-моему, да? Ну. Цвет похожий на этот, да? Ну, бурые они, вот видишь, вот эти вот. Ну, эти козырные, эти, конечно, на это самое. Но этот еще игры нема. Заиграет. Вот они, бурые такие, вот. Вот, бурые. Эти у них очень красивые вещи, конечно, игра, они и полет такой. У тебя цвет точно как у кировоградцев. Да, вот, какие-то. Видишь, бурые они. Вот. Ну, подожди. Ты порезал их, да? Они такие, как убегонять. Ага. Ну, как, летали они уже, ну,
Я вижу, вижу, да. Прикольно. Это по-твоим вышли такие, да? Да, да. Интересные по цвету, правда? Да. Я, честно говоря, таких и не видел бойных. Это уже под них молодой. Под них молодой уже. Видишь? Тоже порезал, да? Да, это вообще бомба. Вообще такой винт у него и вверх. И, ну, игра классная, наверное. Да. Зов 7-8 с винтом. Такой резкий, знаешь. Он. Цвет потянул за собой качество, да? Не то, что цвет качества, просто. Может быть, да. Может и так. Может и так. Что когда-то у них были такие, ты понимаешь? Одни и те же голуби никогда не давали таких. Ну, я понял, через 10 понял. Начали выстреливать вот таких вот бурых. Ага. И как только бурый выстрелит, он бомбезный получается. Ну, это старая тема. Цвет тянет за собой качество. А если другого цвета вышел, значит уже будет другой. Под одних тех же голубей никогда не было. Стреляет вот такого бурого, и он бомбезный. И тот, ну, вот двух споровал вместе, этот еще лучше, чем отец и мать получился. Ну, понятно, понятно. Прикольные, интересные. Вот эта пара бурых, да? Так. Далее вот такого. Он родился, можно сказать, красный полностью. Немножко беленькая была. Володя, ну это то же самое, что у нас получается. У сплошных голубей получается, мы называем их кобылинами. Оказывается, у бакинцев, точнее, или там у этих бойных, тоже такая же хрень. Ну, есть. Ну, вот это чисто... Что сплошные, да, голуби, вот. Сплошные голуби темные дают вот таких вот... А ну покажи. Вот такой. Они же дали вот такого. Ага. Так, ну, почти красный весь. Ну, это понятно. Я знаю. У нас остается, у николаевских такие есть, и у серпастых, да, такие есть. И вот, пожалуйста, среди бойных тоже такое есть. Ну, как бы летал молодой, здорово, вытяжка, все. И как-то резко взял игру и начал забиваться. Вот, видишь, такой. Ну вот попал. Видишь, он и получился. Это другого цвета, и он сразу тянет другие качества. Ну, другое, как бы, мне такое не надо, как бы, не интересно. Вам, ага, я понял. Они, видишь, вот такие, они как темно-красные, да? Ну да, они ленточные, хвост ленты. Ну уже раньше были такие ленты красивые, а сейчас я их уже помешал с такими, что уже лента, можно сказать, почти ее нет. Ну, немножко есть. Потерялась, но, да? Да, ну мне особо оно не надо, если был бы цель ленту это делать, то делать. Угу. Так, она мне что есть, что нет. Они тоже, они такие, как более сладкие, у них игра такая красивая. Тоже порезал их, да? Да, конечно. Этих ты всех порезал уже, да? Да, они все, говорю, не, летали бы сейчас, они бы летали. Ну, с камней их мало, как бы, уже три пары. Красиво, это белый космос, смотри. Ага. Это все уже порезанные головы. Вот. По кирпичным вышли? Да, вот такие. С головами такими? Да. Ну, ага. Еще такие, не буроголовые. Вот они такие вышли. Никогда не давали, расстрельные такие. Ну, у тебя же такие отдельно были буроголовые. Нет, тут другие вообще. То другие совсем, да? Да, те вообще другие. У них и полет другой, и это самое. Этих полет такой, ну, эти, конечно, бомбеты. Прям столбы, прям красавцы. Ага, я понял. Тоже порезанные. Да, это вот у меня эти. То, что в том году вот это были, да такие? Это, ну да. Это совсем другие. Вот это и бакинские голуби, вот эти. Именно такие классические бакинские голуби, вот это. Ага. Они как бадам-ля-ля вот эти. Они удлиненные, размашистые такие, плавный полет, долголеты такие, как игра у них такая, не особо она свистит. Она такая плавная, как, ну, подтяжка есть, конечно, но такая у них. Долго игру берут, пока не возьмут, ну, долголеты вот так вот раскроются. Бывает и часто играет, может. Они еще даже игру не взяли. Он же им сколько уже почти переняли, еще не играют. Они сначала, ну, поздно начинают играть. Понятно, понятно. Вот они. Тут это, тоже ну, такие, это определенная, да, масса, они вот такие головасики, вот эти рыси. Они есть такие чистые, ну, в основном больше такие побитые. Это своя масть. Они таких самых и дают, они других не дают. Они только таких и дают. Это уже сформированная масть, не по масти, а это старая.
Вот, дали одного красноголового. Ну, у них есть, бывает, когда это было замешанные красноголовые. Ага. А так в основном такие они. Это так вот, одного дали случайно. А так они вот такие.